С заботой о ближних жительница Нового Уренгоя не пожалела несколько часов своей жизни, чтобы помочь собаке. Животное на глазах у женщины сбила машина. Водитель «Волги» просто не заметил четвероногого пешехода и оказался невольным противником Всемирного дня животных. Его как раз отмечали накануне. Ничто не напоминает о том, что произошло здесь пару часов назад. Собака переходила дорогу. Сообразительное животное дождало зеленого сигнала светофора и устремилось на противоположную сторону. Не повезло и в одном. Людей на переходе не было, а животное не показалось одному из водителей важным препятствием. Желтая «Волга» сбила щенка на полном ходу. Автолюбитель, по словам очевидцев, притормозил, дождался, пока собака выберется из-под колес, и умчался дальше. Прямиком с проезжей части животное доставили в ветеринарную клинику. Собака поступила к нам в травматическом шоке. Была осмотрена, переломов нет, разрывов внутренних органов нету, анемии у собаки нету. В принципе, собака отойдет. Но собака, так как дворняга, лечить ее, скорее всего, не будут, потому что у нас нету ни приютов, ни мест, куда пристроить. Отсутствие приютов для животных в нашем городе – настоящая беда. Мы не раз говорили о проблеме бродячих животных. Часто на улице оказываются даже породистые коты и собаки. Людям просто надоедают бывшие питомцы. Так и растет армия бродяжек. Хорошо, что есть люди, готовые помочь. Яна Ведута забрала маленькую собаку с обочины. Или у меня останется, или, конечно же, будем искать ему новый дом. Без присмотра в любом случае собака не останется, на улицу не пойдет. Потому что щенок очень умный. Лечение и уход за щенком Яна взяла на себя, пока животное находится в неприспособленном помещении. Еще пару дней малыш может остаться здесь. Девушка надеется, что щенку в короткие сроки удастся найти хозяев. За перенесенные страдания маленького существа ответить никто не сможет. Это останется на совести неизвестного водителя. Дарья Варшавская, Елена Золотилина, Антон Берестянский, Николай Александров, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».